Доброе утро. Вышли на прогулку. Сейчас возвращаемся. О, вот оттуда, откуда-то. Хотела показать вам дерево. Смотрите, как оно. Сосна стелется прям. Тут, однако, земли совсем нет. Один песок. Шишечки. Ой, падают шишки. Молоденькие. Саша, их что, можно с медом, типа, или что делать? Вот эти. Они переросли. Варенье шишечное, ну они большие уже. И он даже уже падает. Слушай, для поделок можно собрать прям. Какую там делать? Еловая. Понятно. У Миши мы были в кафе, где он работает. Там с медом такие маленькие шишечки. Вкусные. Ну, в общем, все деревья вот так зарыты. Песка просто немерено. Мы сейчас вот так шли по берегу. Долго. Возвращаемся сейчас к себе на свою стоянку. Дождик немножко покапал. Мы еще не завтракали. Семечки взяли с собой, водичку. Ну вот, идем домой. Сейчас будем завтракать. Дошли мы до вот такого дерева цветного с такой табличкой. Вот, вязочки люди вяжут на память. Разукрасили. Красота. Дерево одно растет, представляете? И так ему хорошо. Вольготно. Все, да, шишек. Красотень. Саша говорит. Тут меня считает. Вот так. Саша говорит, дом на дереве хороший получился. Что там, тоже красиво? Сколько ему лет, а? Представляешь, сколько он росло? Где? А. 8. Ничего себе. Их даже это пронумеровано, но действительно. Наверное, немного таких деревьев. Ты 8-е. По всей видимости. Так, тут нас встречают вот такие вот таблички. Это что-то про деревья. На русском, английском языке. Причудливые деревья. Ну, почему у него такая у дерева крона? Из-за чего тут ветра очень сильные, просто так получается. Наклоняется, видите, как сильно. Поэтому такие причудливые получаются. Мы сейчас с Сашей подметили, что здесь нет ни мух. Особо вот так, чтобы они, как вот у нас в поселке или где-то еще. И нет комаров. Вообще нет комаров. Вечером не было комаров, сейчас нету. И сильно так вот не кричат птицы. То есть, ну, вот не слышно ни чаек рядом, вроде вода, а чаек нет. Куда чайки все делись? Тишина вообще здесь. Есть? Просто нет этого бешеного крика.
бешеного, да, такого крика нет. Вообще прям место для отдыха, реально, я говорю, можно вот здесь просто раскладушку поставить и отсыпайся, сколько тебе нужно, или палатку. Очень тихо. Почему? А? На территории запретили палатку ставить. А что так? Ну все равно ставят. Ну написано же везде, палатки ставить нельзя, костры жить нельзя. За территорию, может, здесь нельзя, но все равно люди так вот удалили. Ну да, мы сейчас шли, там палатки, и прям люди себя очень тихо ведут. Никто не... Ну, если пьют, может, они, конечно, гулеванят, но очень тихо. Не слышно вообще никого. Ни музыки, что самое. Ни музыки, ничего. И комаров нет. Вот комары, это же вообще кошмар. Мошки всякие. Ничего нету такого. Теплый воздух хороший, спокойный. Мы сейчас там место для палатки нашли хорошее. Ну, там, в той стороне. Подметили немножко на будущее. Далеко почти за территорию. Угу. Ну, машину туда не подгонишь. Машину к берегу вообще никак не подгонишь. Тут вот, видите, столбы, все огорожено. Вот так. Машину только там, с той стороны. Здесь все пешком. Вот так. Какие-то указатели, но на них ничего не написано. Здесь тоже ничего не написано. Может, стерлось? Почти пришли. В общем, друзья, вот мы пришли в наш лагерь, и мы решили немножко перевести машину подальше. Сейчас покажем, куда. Что-то здесь уже много народу. Подальше немножко от всех. Дикарями хотим побыть. Так, Саша наехал на каремат колесом, чтобы он не улетел. Сейчас немножко сдаст обратно. Я заберу. И мы хотим переехать вот сюда. Вот это место, видите, какое красивое. Под деревом. Все. Поехали. Сейчас надо развернуться, чтобы он туда задом заехал. Удобнее будет открывать багажник нам. Все вроде в зале, здесь ничего нет. Вот место, видите, какое хорошее. Под деревом, сейчас дождь пойдет, хоть немножко какое-то укрытие будет, и мы тут одни будем. Никого рядом нет вроде. Сейчас максимально сколько сможет подъедет дерево, ну так хотя бы выровняться. Там немножко горочка, правда, но ничего, место там хорошее. И потеплее, кстати, ветра такого нет. Лайфхак, да? Чтоб каремат не улетел. Надо на него наехать, и здесь можно обувь там снимать. И просто, чтобы в машину песок не тащился. Тоже раньше не додумались до этого. Сейчас это. Все, все. Все, и не улетит никуда теперь от ветра. Красота. Ты сказал, у тебя бутылка есть. Мы там не стали бутылку брать, которую руку-то. Руки мыть оставили людям, кто подъедет. Тем более, она не наша. Сейчас свою подвесим. Что, столик будем ставить? Или ты пойдешь и скупнешь сначала? Саша хотела скупнуться. Вон кони пошли. Че, затянула опять, да? Подождешь немножко. Вот эти удобно как раздулся, все. Прогулочные кони можно взять и здесь на конях прогуливаться. Мальчишки молодцы, вот работают. Я вообще взрослых не вижу, двое мальчишек. Сами ухаживают за лошадьми и катают людей. Ну, наверное, так помогают родителям своим. Так, вот такое шишечное место. Чё говоришь? Кого надо сделать? Там, говорю, можно было все рядом в машине поставить. А здесь ты будешь тихать. А здесь, смотри, какая романтика. Только ты и я, и все. И шишки. Ветра нет, а ветер есть. Ну, все равно не так. Большое вот такое дерево. Дерево немножко здесь заглушает ветер. Сейчас, наверное, вот сюда привяжем веревкой бутылку или на скотч. Под дерево поставили. Вообще в 2 часа будет дождь, время 10:30.
Самое интересное, здесь совсем не хочется кушать почему-то. Второй день замечаю, что нет аппетита такого прям зверского, как дома, допустим. Как-то вот хватает свежего воздуха и солнышка для питания. На голодовку надо сюда приезжать. На лечебную, я имею в виду. С палаткой и с клизмой. Воды много, чистая природа. Свежий воздух, солнышко. Палатку поставил, все. Больше тебе ничего не нужно. Худеешь. Так. Вот так мы делаем воду. Только надо будет что-то подложить еще сюда. Чтобы бутылка немножко вот так была. Ну, типа можно или кору. Чтобы себе, как говорится. Ну да, надо воды налить. Чтобы на ноги это. Ну не то, что не на ноги, прям туда льется сильно. Неудобно. Ну и ноги. А подвесить? Как? Вот за сучок просто подвесить. Да там пусть будет уже. Вот сейчас воду истратим. Ведро освобождаю, сейчас воду перелью в чайник, да, ведро. А потом пойду купаться, да, наберу воды заодно. Так, готовим обед. Саша сходил за водой. Покупался даже уже. Теплая вода. Без солнышка. Неинтересно, да? Ну, в общем, ждем, когда солнышко будет. Пока пасмурно, но еще дождик будет. Варим пока обед. Макароны у нас сегодня. И сардельки отварили. А то испортится. Холодильника-то нет. Что, надо такое быстро. Нет. Думаешь? Ну? Ну давай, а то вдруг дождь будет, не сможем сварить ничего. Наварим на 2 дня. Да? Завтра будем доедать, обжарим и сейчас. Так, водичку подсолили. Мы сначала вот сардельки сварили, а потом в эту воду. Ветерок немножко тут задувает нам, поэтому мы так экранчик поставили. Прикрыли газ. Вилочка, ты что там несешь, лопатку? Газ у нас кончается, да, говоришь? Ты новый поставил? Да. Ну, если что, придется идти в поселок потом. Надеюсь, там есть. Покупать. Да? Придется идти в поселок. Кафешку. Зачем? Ты на 2 дня макарон наварил. Как кафешка? Тут на 2 дня. Сейчас поедим вечером. Тушенка без шизерца. Посмотрим. Так, вот такой обед у нас сегодня. Масло сейчас растительное добавила. Это Саша там еще кусочек мяса бросил. Что, оно сварилось? Не, ну там. Вчерашний. Все, будем обедать сейчас. Будем обедать. Чай мы уже заварили, он стоит. Уже начал остывать. Для плиточки тоже стол надо, да? Чтобы так не наклоняться. Чаек. У Саши-то вообще стакан большой. Не захотел. Но он есть. Большую кружку. Так, ну ладно. Приятного аппетита. Ты не захотел, я тебе предлагала вот такую же зелененькую или синенькую купить. Она сказала, я купила себе кружку. Тебе говорю, надо? Ты говоришь, нет, не надо тебе. Вот все. Ты не любишь чай особо. Мы как-то в семье всегда на чайках сидели. Че как? Да, вареное мясо хочу попробовать. Ты дай мне вилку, думаю. Вот это, кстати, соус. Это же, по-моему, для спагетти идет. Сырный. Вот можно им полить. Майонез не стали брать. Взяли такой вот. Че, все удобно все? Огурцы купила вчера. Саша говорит, надо это. Ты для коней купила? Ну, они вот такие дешевые были, уже немножко подрезанные. Ну, не знаю, потом их почищу, может, на салат. Посмотрим. Хотела как лучше сэкономить. Получилось, как всегда. Вкусняшка вообще. На природе очень вкусно кушать.
Даже хлеб просто. Да?